Привет, в моих руках детектор Control Wall. Это очень компактный, легкий и простой в обращении прибор. Его предназначение – искать под гипсокартоном или деревянными покрытиями электропроводку, стояки отопления и водопроводные трубы. При обнаружении скрытой конструкции срабатывает звуковой сигнал. Вне зависимости от расстояния до объектов, звуковой сигнал подается с одинаковой силой. Для удобства отметки на стенах прибор формирует световой луч. Он обозначает точную линию и ее местоположение. Помимо этого, дальномер обозначает границы скрытых конструкций. Глубина обнаружения 38 мм. Изделие надежно защищено от влаги и пыли. Корпус эргономичной формы выполнен из прочных материалов. Все производные замеры отображаются на широком ЖК-дисплее с подсветкой. Остается добавить, что питание прибора осуществляется от батарейки. Ее ресурса хватит на 8 часов работы. И вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.